Стоят на трассе два гаишника. Холодно, промозгло, трасса пустая, машин нет, бабок в карманах тоже, злые и огорченные. Тут раз, радар запищал, 150 км в час. Ну, парни оживились. Из-за пригорка вдалеке Мерин вылетает, черный, блестит, гаишники уже в мозгу бабки пересчитывают. Один выходит на середину дороги, жезл поднимает и приглашает остановиться. Мэр останавливается, а из него батюшка в рясе выходит. Круглый, холеный, из-за щек ушей не видно. Ну, один изъян, рука сломана. Гаишники расстроились до ужаса. Ну, не станут же они у батюшки денег требовать. Ну, не по уставу. Батюшка извинился, сказал, что торопится к умирающему грехи отпустить. Уже открыл дверь, чтобы сесть мэрс, но тут один гаишник спрашивает. «Батюшка, а как же вы так руку неосторожно повредили? В храме, небось?» «Нет, сынок, из джакузи вылазил и поскользнулся на медвежьей шкуре, упал и сломал». Сел в машину, по газам и поехал. Гаишники смотрят ему вслед, и один гаишник спрашивает другого. «Слышь, Вась, а что такое джакузи?» Тот ему в ответ. «Ну ты, блин, нашел у кого спрашивать, я че, в церкви бываю?» «Говорят, что вы женились на очень умной и красивой женщине». «А кто это говорит?» «Ваша жена». «Девушка, а вы мне понравились. Давайте с вами встретимся завтра». «Ну что вы, я замужем. Давайте сегодня». Парикмахер клиентке. «Челку косой будем делать». Клиентка ошарашена. «Ой, а можно, как и раньше, ножницами?» Thank you.